Федеральное министерство здравоохранения поможет со строительством краевой больницы к Универсиаде. Сегодня это заявила заместитель министра России Татьяна Яковлева. Накануне она приехала в Красноярск на совещание, а сегодня ей показали наше лечебное учреждение, в том числе федеральный кардиоцентр. Чиновница осталась довольна. Во-первых, ее обрадовали цифры по снижению детской смертности и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в нашем регионе. А во-вторых, Татьяна Яковлева указала, на какое учреждение надо равняться всем остальным. Мне очень понравилась поликлиника номер 8, детская поликлиника. Я даже сказала, чтобы обязательно привели к ней все взрослые поликлиники. Пусть по такому же типу они работают, как работает детская поликлиника. Вы знаете, нужно отходить от облика, больничного учреждения. Это мы должны прийти к облику, это дом, где охраняют здоровье.